«Що таке Україна?» – я спитав журавля. «Працьовита країна, там багата земля». Я спитав у лелеки, де найкращі поля. Облітав я далеко, краще наших нема. Я спитав у синиці, де смачніша вода. «В українських криницях», – відповіла вона. «Хто найкраще співає?» – я спитав солов'я. «Та хіба ж ти не знаєш? Україна моя!» Мої хороші, всім доброго дня і всім здравствуйте. Кто со мной давно, все знаете, что формат моего канала – это похудение и оздоровление. Мне очень нравится тема оздоровления. Я постоянно хочу напоминать всем нам обращать на себя внимание. Со своего опыта, со своей практики. У нас есть факты, комментарии людей. Мы постоянно друг другу советуем. Мои хорошие, я очень соскучилась за своим домом. Маленькая моя квартира, избушка на курьих ножках, но я очень соскучилась за своей маленькой уютной кухонькой, за своими скатерочками. Их у меня 28. Маленький столик у меня на кухоньке и 28 скатерочек у меня. Мне многие писали: «Таня, такие красивые скатерти, и вышитая есть, и вязаная есть». Мне очень нравятся мои скатерочки. Покупали с душой они. Я очень соскучилась, мои хорошие, за своими кофточками, за своими блузочками. У меня здесь этого нету. Они скучают за мной. Моя одежда. Вот сейчас нужна куртка, потепление идет, а все дома. И каждый человек, который бросил свою квартиру, уехал, тоже страдает этим. Люди мне многие пишут, которые находятся вне Украины. Я со всеми общаюсь. Которые находятся в других странах. Я со всеми общаюсь. Очень тяжело сейчас. Я скучаю за своими цветами, которые стоят на подоконнике и месяц не политы. Не то, что скучаю, я жалею их. Мне многие говорят, пишут: «Таня, все будет хорошо. Все будет очень серьезно и уже серьезно. Я знаю, что творится в Украине. Я знаю, в каком горе наши люди, люди в войне, разруха. У моих родственников по мужу в Буче разбит дом. Люди находятся в другой стране, но не в Польше нет. Дети сделали себе дом, трехкомнатная квартира, все под ключ, шикарный ремонт, отличная бытовая техника, все есть. Все, дома нету. Что хорошего? Все будет добре. Що добре буде? Все будет только очень серьезно. Куда возвращаться? Не знаю. И будут ли возвращаться люди назад? Все очень серьезно. Я все знаю. Поэтому мне описывать не нужно. Я переживаю. Душа горит. Душа горит. Душа в тузе, в печали. Туга. На душе туга. Я стараюсь в своих видео показывать немножко быт Турции. Так, вроде бы как бы стараюсь отходить. Все равно невозможно забыться. Невозможно. Я иду парком, показываю вам парк, природу. Показываю море, показываю животных. Показываю немножко людей, так издалека, аккуратно. Я забыться не могу. Я показываю тюльпаны, цветочки. А сама сразу вспоминаю свою фазенду, какие у меня были тюльпаны. Забыться невозможно. Ну, как бы стараюсь немножко сбрасывать стресс. Стресс сбрасывается в движении. Конечно, немножко это помогает здоровью. Я напоминаю всем, у кого есть возможность двигаться, кто находится вне дома, но есть возможность двигаться, обязательно двигайтесь. Я напоминаю всем, движение – это работа эндокринологии. Это улучшается гормональный фон, щитовидка. Улучшается состояние диабет, кто имеет, сахар, падает сахар. У нас глюкоза на полочках в нашем организме. И вот когда мы с вами двигаемся, наши мышцы берут энергию, это глюкоза, и сахар падает. Поэтому у кого диабет, склонность к повышению, обязательно двигайтесь, сахар будет падать. Движение – это отток желчи, это работа печени. А желчь в переводе – это холестерин. Многие пишут,
высокий холестерин. Это работа желчного пузыря, это желчь. А холестерин сегодня это что? Это стресс. На первом месте что дает высокий холестерин? Стресс. А мы сейчас все в страшном стрессе. В страшном. Люди, которые живут в Украине, кто не выехал. Страшный стресс. Кто вне Украины уехал, тот переживает за своим домом, который есть или которого нету, думает. Люди в стрессе, поэтому себе нужно помогать обязательно. Стресс спазмируется все внутри. ЖКТ, спазм. У людей рефлюкс. Это что, заброс пищи в пищевод? Рефлюкс – это заброс желчи в желудок. Это мой диагноз. Я живу с этим диагнозом, сложного ничего нету. Как я говорю, не страшно, не умрешь, жить будешь. Но просто нужно приловчиться и находить выход. Я ходила постоянно на дуоденальное зондирование, потому что у меня есть заброс желчи в желудок. Есть. У меня есть сгущение желчи, я принимаю урсофальк. У меня есть застой желчи, ну есть. У меня эндокринология, вот это связано немножко. Мои хорошие, сейчас хочу зачитать всем комментарии, у нас же факты. Факты. Комментарий от Леночки. Давайте послушаем. Взяла ноутбук. Сейчас читаю комментарий от Елены. Леночка со мной давно. Леночка, моя хорошая, я тебя приветствую, я тебя люблю. Мне удалили желчный. Был один камень. 2,5 сантиметра. Стоял ближе к протоку. Но, естественно, надо было удалять. Все бы ничего. Но начались забросы желчи в желудок. Это, конечно, малоприятное состояние. Холестерин был 7. Люди, 7 это не 15. Советская норма, самая максимальная холестерина, максимум, точка, 7,7. Поэтому, если у вас 7, не паникуйте, не бейте тревогу. Норма советская 7,7. Посмотрите в гугле. Я на это не обращаю даже внимания. Холестерин был 7, ну и я пошла на приговор. Чем меня только не лечили? И антибиотиками, и статинами. На семерке статины. Катастрофа. В общем, всей таблицы Менделеева и кучу обследований. В общем, задрали меня ходить по кабинетам. Хочу дополнить, что свой диагноз я узнала от девушки, то есть от УЗИста, которая мне делала УЗИ брюшной полости. И она меня спросила, а в чем, собственно, ваша проблема? То есть проблемы же никакой нету. Заброс желчи в желудок. Ну и что? Но я ей поведала, какое у меня было удивление, когда она мне сказала, что у меня просто сгущается желчь, и происходит заброс в желудок. И что мне просто надо пить? Алахол, чай с молоком, ну молоко желчегонное, больше двигаться. Что предпринимаю я, когда сгущается желчь? Во-первых, сначала нужно принимать такой препарат, который будет снимать спазм. Потом нужно после этого препарата принимать урсофальк. Разжижает желчь. Недешевый препарат. Урсофальк. 2 таблетки на ночь. А после приема урсофалька я должна пойти на дуоденальное зондирование. Почистить эту желчь. Она убирается из желудка, из желчного, из 12-перстной, из протоков. Она убирается. Но должен быть хороший специалист. И я делаю дуоденальное зондирование. У меня есть видео. Так и называется. Дуоденальное зондирование в плейлисте. Посмотрите. Жить будете, страшного нету. У людей, у кого нету желчного, обязательно делать дуоденальное зондирование. Потому что вот эта желчь плещется по всему организму. Ее нужно убрать. Вот, допустим, слепое зондирование на меня не работает. Я от этого с орбита только буду векать ходить. А потом ждать какого-то выхлопа. Вы поняли, да, какого выхлопа? Будет ли он или не будет этот выхлоп? Короче, на меня слепое зондирование не работает. Мне очень некомфортно, когда я принимаю сорбит вот этот. Да, сорбит, кажется, называется. Если помню. Сладкое такое. Минералка, шиповник заваривала.
Ну вот, пожалуйста, вам факты. Доктор посоветовал, УЗИст, хорошая девочка, умничка. Есть умы, конечно, есть. Молодец. А в чем проблема? Алохол? Ну, алохол нет, вряд ли. Движение, да. Чай с молоком. Пустили по этапу. Пустили Лену по этапу. Какие только препараты она не принимала. Всю таблицу Менделеева. Обалдеть. Маны-маны, так и писала Леночка, там выкачивали денежки. Поэтому, ребята, давайте друг другу советовать, подсказывать. У кого там нету желчного, 100 лет живут. Моему папе сделали 68 лет. 68 лет. Никогда ничем не страдал, потом бац, резкий приступ и все. УЗИ же никогда не делали мы, все здоровые, наши родители были, да? Ну, сделали желчный. Пришел домой на следующий день, поджарка, сало, 100 граммов выпить. Все нормально, жизнь, как и была жизнь. Прожил человек 85 лет. Поэтому у кого нету желчного, жить будете. Вы же гормоны не принимаете, правда? Нормально? Какое-то определенное время придержаться можно, месяц-два, а потом постепенно все идите, как и все люди. Ну вот так мы немножко друг другу и подсказываем, как себя вести и что нам делать. Мои хорошие, мне очень часто пишут за давление. Вот скачки давления. Ну, люди читают комментарии, это все видят. Я сейчас вам хочу назвать препараты, которые принимаю я. Может быть, кто-то воспользуется моим советом. Препараты мне посоветовал не терапевт в поликлинике. Знаете, они предлагают только ЭНАП. Мой папа принимал 20-летней или 40-летней давности препараты. Есть много лучше препараты. Мне предложил эти препараты принимать кардиолог, диагностический центр АГПИФ, где я проходила обследование, когда у меня определили щитовидную железу. Кардиолог, заведующая диагностическим центром, была Елена Николаевна. И вот она мне говорит: Танечка, она меня знает 16 лет, уважаемый человек, классный, просто прекрасный специалист. Она сказала: у вас все нормально. Кардиограмма проходила, эхо сердца, все нормально. Но давление. Давление – это эмоции. Пока устаканился гормональный фон, никто не мог подобрать гормоны мне правильно. Это все связано. Так вот, о препаратах. Что мне предложил кардиолог? Люди, пожалуйста, запоминайте, это прекрасные препараты. Моя бывшая сотрудница, она меня старше была на 20 лет, уважаемый человек. Она на работу ходила с тонометром. Все сотрудницы, женщины, приходили к ней: ой, измерьте, пожалуйста, давление. Пожалуйста, измерьте давление, плохо себя чувствую. Ну, знаете, как женщины, дома таблеточку не пьем, кофе, бах. Допустим, болит голова, я выпиваю кофе, не помогает. Какой кофе ты пьешь? Растворимый. Так растворимый кофе вообще не работает, там нету кофеина. Растворимый кофе не имеет кофеина, он не работает, если у тебя низкое давление. Померите давление. Ну, короче, приходили к этой женщине, потому что у нее тонометр. И вот когда я предложила ей эти препараты, она забыла, что такое тонометр, и прекратила брать тонометр с собой на работу. Прекратила. К ней приходит человек: померите давление, по имени-отчеству называют ее. Она говорит: а у меня уже тонометр немає, я его не беру. У меня Танечка спасла, я уже забыла, что такое тыск, давление. Вот так, поэтому прекрасные препараты. Может быть, немножко первый препарат будет по цене, но он того стоит. Это того стоит. Есть какой-то, допустим, аналог? Аналог – это не то. Полюбите себя, пожалейте себя. Если есть возможность, хороший препарат должен быть. Первый препарат, который нужно принимать утром, это Арифон Ретард. Производитель Франция. Арифон Ретард. Приблизительно есть аналог Тенорик, кажется. Тенорик, но не годится. Если низкий такой вот пульс низкий, еще будет меньше пульс. Арифон Ретард. Очищенный хороший препарат. Производитель Франция. Одна таблетка утром. Это прекрасный препарат для женщин в климактерическом периоде. В климактерическом периоде. Слабый диуретик. То есть в туалет бегать не будете. Он идет по накопительной. Это не скорая помощь, нет. Вы должны постоянно принимать этот препарат. Он держит вам давление. Не будет скачка. Арифон Ретард. Покупайте одну пластину. И проверяете. Не нужно упаковку. В упаковке две пластины. Покупайте одну. Все. Экспериментируйте. Не умрете, будет только лучше. Арифон Ретард. Одна таблетка утром, как обычно, после еды. Вечером
Вообще всегда нужно принимать две таблетки, вечером тоже. Нету такой таблетки, я не знаю, во всяком случае, чтобы держала 24 часа. Вечером. Лизинаприл Ратиофарм раньше назывался этот препарат. Сейчас Лизинаприл Тева. Лизинаприл Тева, производитель Германия. Мне мой кардиолог прописал пятерку, номер 5, есть 10. У меня пятерка, то есть Лизинаприл Тева, пятерка вечером. Как обычно. Все. Покупайте по пластинке. Вот этот препарат дешевле. Принимайте каждый день, только не так. У меня сегодня нормальное давление, я не пью. Вот попринимайте, как положено, по пластинке. А как скорая помощь, есть такой дешевый препарат, фенигидин, под язык. Даже не таблетку берете, не нужно таблетку, это много. Половиночку, желтая таблетка под язык. Это как скорая помощь. А это по накопительной пьется. Арифон Ретард, Лизинаприл Ратиофарм, Лизинаприл Тева, Германия и Франция. Это хорошие препараты для женщин в климактерическом периоде. Ну вот, посоветовала вам, мои хорошие. Обязательно будем с вами общаться, обязательно будем друг другу советовать, помогать. Обязательно. Я благодарна всем вам за просмотр моих видео. Немножко покажу вам сейчас быт Турции, покупки, парк свой красивый. Я благодарна всем вам, конечно, за общение, мои хорошие, за комментарии. Большое всем спасибо за советы. Большое всем спасибо. Напоминаю всем, кто хочет странеть, смотрите мои прежние видео, там ценнейшая информация. Я благодарна всем, конечно, за лайки. Лайки – это продвижение моего канала. Огромнейшее всем спасибо. Любите себя и обращайте на себя внимание. Ведь мы с вами себе и доктора, и премьер-министры. До встречи. Мы сейчас идем в магазин с Катей. И вот здесь, за этой решеткой, я видела такой большой щекот куст. Я не знаю название этого куста, но это выше человеческого роста. Какое-то алоэ. Не знаю, может кто-то знает, напишите, пожалуйста. Приехали из магазинчика. Ну, приблизительно здесь покупок на $35. Ну, если по 28 гривен считать, как в Украине, не знаю, сколько сейчас доллар. Ну, это район 1980 гривен. $35. И вот смотрите. Картошка, яблоки, кабачок, капуста, зелень. Помидоры, апельсины очень-очень дешевые. Немножко больше, чем 50 центов килограмм. Ну, для меня это очень дешево. Что еще? Это сливки, это лак, смывка. Черный шоколад 70%. Дешевый, кстати. По 50 центов я так посмотрела, если я не ошиблась. Крем для меня, вот, пожалуйста, для лица. Это Байер. Пантенол у нас. Здесь как-то немножко по-другому. Вот. Так, что еще? Это бедрышки куриные. Это сыр. Ну, приблизительно как моцарелка. Мне он нравится. 700 грамм здесь. 4 пакета кофе я взяла. 4 пакета, то есть на месяц. Пакет у меня плюс-минус неделя. Немножко больше. 4 пакета сразу взяла. Яйца 15 штук сразу. 15 штук. Здесь масло. Здесь чай черный с бергамотом. Здесь Катя брала для себя соевый соус, что-то еще, сладости какие-то брала Катенька, вот. Какие-то шоколадки у нее там, кекс. И вот эти покупочки $35. Ну, если правильно посчитала, 980 гривен для Украины. 1000 гривен. Сегодня суббота, солнечный день, люди отдыхают на велосипедах, за столиками, как всегда термосы стоят, как всегда отдыхают, гуляют с детками. Но в этой части парка немножко меньше людей, а вот там дальше будет больше людей. Вот подошла к клумбочке, тюльпаны, начинают распускаться тюльпаны, вот такой сорт.
только выходят тюльпанчики, уже бутоны. Сразу бутоны. Маленький тюльпанчик и сразу бутончик. Вот скоро здесь будет красный ковер. А вот там дальше просматривается черная пленка. Под черной пленкой что-то. Какие-то цветочки под черной пленочкой. Еще немножко времени, потеплеет. И быстренько все проклюнется вот там под черной пленочкой. Красиво очень будет. Выходной села на скамеечку на набережной. Мужчина принес опять корм и кормит собак. Мужчина, который был на велосипеде, вот сегодня он, суббота, опять принес корм и кормит животных. Велосипед там дальше его стоит, вот под деревом. О, прибежала еще собачка. Они такие откормленные. Умиротворение, просто умиротворение. Люди вдвоем. Возрастные люди, у них столик свой, скатерть, тканевая скатерть, стульчики. Пожалуйста, люди обедают на природе. Столик с собой принесли. А вот здесь группа велосипедистов. У них тоже был стол, обед, термосы стоят. Очень организовано, все красиво. Умиротворение, просто умиротворение. Приятно очень глазу.
ветерок сегодня. На уши натаскиваю свой берет, сейчас капюшончик одену. Хвыли, волны, хвыли. Вот стою на турецком берегу, а хочется спеть свое, о своем, о родном. Грає море зелене, тихий день догора. Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києве мій? Де колишуться віти закоханих мрій, як тебе не любити, Києве мій. Найкраще місто у світі – Київ.